Крепкие семейные узы и взаимоуважение связывают героев нашего следующего сюжета. Многодетную семью Курбановых из Табасаранского района по праву можно считать одним из лучших примеров любви и благополучия. Поздравить их с Международным днем семьи прибыли представители Министерства труда и социального развития Дагестана. Далее расскажет Абдулла Алиев. 50 лет совместной жизни. Именно столько прожили бок о бок Рустам и Саят Курбановы. По современным меркам этот срок – пример для молодых пар. Курбановы – семья многодетная. Воспитали 7 детей, 3 из которых приемные. После смерти брата и его жены племянники остались круглыми сиротами. Рустам и Саят, не раздумывая, взяли их под свою опеку. Благодарность Министерства труда за активную жизненную позицию, достойный пример воспитания детей, заботу и преданность в укреплении семьи. Спасибо. Именно на тех семьях, как у вас, все держится. Рустам Курбанов – писатель, журналист, заслуженный работник культуры Республики Дагестан. А Саят Курбанова – врач-акушер. Женская половина этой семьи пошла по стопам матери и выбрали для себя работу в сфере медицины. Ну а вот мужское поколение Курбановых выбрали иную профессию, нежели у отца, и стали военнослужащими. Чем Рустам, как он сам признается, нисколько не расстроен. Военные, значит, это честная служба, да. Под контролем они. Они преданы государству, патриоты, естественно. И я вот решил, чтобы именно они стали военными. Стоит отметить, что и внуки Курбановых также успешно проходят обучение в военных училищах и медицинских вузах страны. На вопрос о том, как Рустаму и Саяду удалось на протяжении стольких лет сохранить семейную идиллию, они скромно отвечают, что секрет прост. Это взаимопонимание и чувство глубокого уважения друг к другу. Абдулла Алиев, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Табасаранский район.